замечтались немного, стали хвалить себя. Кто-то возвысил необрезанный голос, стал говорить, что он один из первых людей на планете, принял Господний взор. А он все ждал, он так желал, чтобы хоть кто-то из них сказал: служить я вам хочу, друзья, из вас наименьший — это я. Хочу служить я вам, друзья, из вас наименьший — это я. Нафанаил утверждал неустанно: в искренности красота — это для Бога характер желанный, больше из вас — это я. А Зеведея мы, братья, верой брали себе места, провозглашая то справа, то слева будет моя сторона. А он все ждал, он так желал, чтобы хоть кто-то из них сказал: служить я вам хочу, друзья, из вас новейший — это я. Хочу служить я вам, друзья, из вас новейший — это я. Чувствую я, но мне свой взгляд, он сам пророка, помните, остановил. И там при всех о нас было много, скалой он меня утвердил. А он все ждал, он так желал, чтобы хоть кто-то из них сказал: служить я вам хочу, друзья, из вас новейший — это я. Хочу служить я вам, друзья, из вас новейший — это я. Когда окончился путь их дальний, сидели у ног Христа, и мудрый учитель дитя поставил произнес слова: кто хочет больше быть в Божьем царстве, служи другим в простоте. Все в этом мире ищут власти, но высшая власть в любви. И многим был и говорил, что до конца их возлюбил. И это за поверьте моя, любить друг друга, как и я.